Я не считаю партию социалистов левой, да? и тем более не считаю левой партии, как она, наша партия, или как она называется, которой, во главе которой избран господин Рената Усаты. Это две популистские партии, которые строятся на циничной манипуляции избирателей. Все политики грешат обманом. К сожалению, в Республике Молдова, особенно после выборов 30 ноября, это стало очевидным. Но эти две партии, они, на мой взгляд, наиболее популистские, наиболее демагогичные и наиболее опасные в смысле перспективы дестабилизации политической ситуации в Молдове. Еще рано говорить о, скажем так, создании какого-то альянса между этими двумя партиями. Насколько было написано в интернете у господина у Сатова есть какие-то определенные проблемы с возвращением домой на предмет уголовных дел. И мне остается только сожалеть, что после 20 с чем-то лет после провозглашения нашей независимости наше общество еще не дозрело до того, чтобы политические демагоги покоились на политическом кладбище и чтобы во власти были более ответственные и более конструктивные политические силы.